Хорошо, быть может, вы думаете, ну да, так написал Иаков. Но если таков процесс искушения, то какую роль здесь играет сатана? Ведь в Писании не раз говорится, что именно он искуситель. Но в первой главе послания Иакова в стихах 13, 14, 15 ничего о сатане не говорится. Как написано Иаковом может быть верно, если Писание говорит о том, что именно сатана искуситель, и он искушает? Что ж, я считаю, что истина и то, и другое. А именно, что искушение происходит от наших похотей и желаний, и сатана искушает нас. Я бы даже сказал о том, что сатана может участвовать в искушении каким-то образом, в каких-то или во всех четырех этапах искушения. Итак, что же сатана может делать? Во-первых, он может сделать так, что мы заметим то, что может нас искушать. И мы замечаем то, что если мы будем долго об этом размышлять, долго на это смотреть, то в конечном итоге мы можем совершить грех, поддаться искушению. И не всегда это какой-либо предмет, который может стать предметом наших вожделений. Это, быть может, некая мысль, которую не следует думать. Может произойти что-то, из-за чего мы начинаем концентрироваться на наших чувствах, на наших желаниях. Еще что может сделать сатана? Он может послать некие бедствия в нашу жизнь. Причем эти бедствия могут быть настолько суровыми, что сатана полагает, под тяжестью этих бедствий мы можем отвернуться от Бога. Это второе, что может делать сатана, приносить бедствия в нашу жизнь. И третье, что может делать сатана, сатана может сказать нам нечто, и если мы в это уверуем, то это приведет к тому, что в нас возникнут определенные желания. Вот вспомните то, что сатана сказал Еве в Эдемском саду. Она сказала сатане, что вот какие правила, вот что Бог нам запретил делать, и вот каково наказание. Сатана говорит: «Не умрешь». И далее он объясняет, потому что Бог знает, что в день, в который вы вкусите, вы станете как боги, знающие добро и зло. А разве это не замечательно? Вот посмотри, какие преимущества тебя ждут. Да, Бог сказал этого не делать, но посмотри, сколько всего хорошего произойдет. Сколько преимуществ, если ты это сделаешь. Другими словами, сатана может пытаться обмануть нас, может говорить нам ложь относительно того, о чем мы думаем. И, конечно, никто из нас не сможет заявить, не сможет сказать о том, что когда мы будем стоять у Белого престола, что «Господь, я бы противостоял бы этому искушению, я бы справился, но вот сатана склонил все-таки меня к этому». Такое оправдание не устроит Бога. Точно так же, как вы и я, и неверующие могут противиться действию Святого Духа в нашей жизни, точно так же мы можем противиться действию сатаны, его искушениям в нашей жизни. И то, что пишет Иаков о нашем участии, все это является истиной. Сатана может во всем этом участвовать, но мы в состоянии не купиться на его ложь. А если мы и обольщаемся, то это наша вина. И четвертое, что может делать сатана, он может усиливать наше влечение к чему-то, что греховно иметь или делать. Вот вспомните Еву и запретный плод. Такое впечатление, что сатана говорит: «Ну, посмотри, как что-то настолько вожделенное может быть вредным?» Либо сатана может сказать нам:
Да, есть правила, но правила не для всех, они для других, не для тебя. Или сказать, да, есть правила, но определенные нарушения, они не так уж и страшны, и ничего за это не будет. Либо он может сказать, да, если ты это совершишь, то это будет нарушением Божьей воли, будет определенное наказание, но если ты это не совершишь, то тебе будет еще хуже, чем если ты будешь наказан Богом за то, что ты это сделаешь. Разве не к такому заключению должен был прийти Адам? Он знал правила, но он решил, что для него будет предпочтительней вкусить от этого плода и оказаться в том же положении, что и его жена. Для него предпочтительней сделать это, чем воспротивиться и потерять Еву, быть может, навсегда, и при этом утвердиться в праведности. Я понимаю, что выбор этот совсем непрост. Но даже несмотря на это, Адам должен был сделать то, что заповедал Бог. Но сатана очень часто может говорить, «Ну вот посмотри, вот выбор перед тобой. Ты уверен, что ты все еще хочешь быть верен Богу? Посмотри, каковы преимущества, если ты ослушаешься Бога». Понятно, это не означает, что сатана не может делать ничего иного. Это лишь некоторые из его приемов. И поэтому, если он что-то делает из перечисленного, то, я думаю, вполне уместно называть его так, как его называет Писание, «искуситель». Но это также не снимает с нас ответственности. Мы виновны, если впадаем в искушение, поэтому прав Иаков, когда пишет о похотях, потому что именно мы позволяем себе увлекаться и обольщаться собственными похотями, совершая тем самым грех. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.